И здесь такая лесополоса. Лесополоса с лифчиками. Прогулка по заброшенному предприятию в Киреевском районе для жителя Тулы Игоря Бодрова обернулась очень интересной находкой. Лесопосадку, буквально увешанную нижним бельем, он сразу окрестил «аллеей лифчиков». В поисках ответов на вопросы «откуда», «как» и «зачем» появилась и первая версия. Это логово маньяка. Искренне надеюсь, что с бывшими хозяйками этих лифчиков все нормально. И это не логово какого-то маньяка. В Тульской области наступила сексуальная революция, и женщины перестали носить нижнее белье, потешаются пользователи. Или аллея – это место силы. Повязавшая на дерево свое белье девушка получит грудь на пару размеров больше. Спустя пару дней с деревьев большинство бюстгальтеров исчезли. Неужели все-таки таинственный маньяк, и он заметает следы? Жутко все это или забавно, учитывая такое внимание к лифчикам даже со стороны федеральных СМИ. Можно нагнать страху и сказать, что здесь вокруг валяется множество элементов верхней одежды и обувь. Но по сути это свалка. А лифчики? Лифчики, возможно, предмет чьей-то игры и отнюдь не сексуальный. Перед входом в посадку надпись DL-52. Не исключено, что DL – это Дозор Лайт. Приключенческий квест с выполнением заданий в различных локациях. В один из нескольких десятков бюстгальтеров могли, например, поместить какую-либо информацию об игре, координаты или бонус. Полиция, тем не менее, по факту публикации информации о логове маньяка проводит проверку. Мало ли.